Всего лишь год назад Фантомас еще терроризировал население. Но французы никогда не унывают. Они знают, что в момент величайших затруднений найдутся национальные герои и придут им на помощь. Бояр, Бонапарт, Жанна д'Арк. Господин комиссар, год назад вы рисковали своей жизнью на земле, на море и даже в воздухе, преследуя жестокого Фантомаса. Мелкий чиновник, ничем не примечательный, обыкновенный, посредственный француз, невзрачный на вид, героически преследует опасного врага бесстрашно, до его логова. Это и есть Франция. Да здравствует комиссар Жу! Еще раз поздравляю вас, мой дорогой комиссар. Несмотря на большое волнение, которое я испытываю, я охотно разделю эту честь с журналистом Пандором и его бесстрашной невестой. Да, мадемуазель, ваша прелестная грудь, как и моя, достойна этого ордена. Мерси. Уже год благодаря нам Фантомас не появляется. Надеюсь, что союз нашей полиции и нашей прессы даст гарантию, что мы совместными усилиями избавим Францию от Фантомаса. Извините, господин комиссар, весьма срочно. Позвольте вашему присутствию. Возьмите бокал, пожалуйста. Пардон. Пардон. Фантомас, примите мои искренние поздравления. До скорой встречи.